Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 1, секция 4, упражнение 25. Match the students and their thoughts. Сопоставьте учеников и их мысли. Ну, так как мы уже прочитали мысли всех четырех учеников, вернее, их высказывания о будущем, которое нас ждет через 10 лет, то, естественно, и нам не составит труда выполнить 25-е упражнение. Итак, четыре ученика. Мартин, Изабелл, Фил, Хенри. Я уже буду давать готовый вариант. Мартину, то есть циферке 1, будет соответствовать мысль D. I believe that there will be great progress in technology and medicine. Я полагаю, что будет достигнут большой прогресс в области технологии и медицины. Второй ученице, Изабелл, будет соответствовать буковка A. In my opinion, there will be a lot of problems. По моему мнению, будет много проблем. Phil, number 3. Ему соответствует буковка B. As for me, I have no idea. Что касается меня, я не имею понятия. И последний, четвертый, Henry. И остается последняя буковка C. One day, I'm sure computers and science will change people's life. Однажды, я уверен, компьютеры и наука изменят жизнь людей. Задание выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.